А теперь попробуй бочку. Для этого выровняй полет, затем прими влево или вправо. Двигай штурвал в выбранную сторону, пока полностью не перевернешься. Пора выполнить воздушный дрифт. Просто удерживай правую или левую педаль управления, пока не научишься.
Было потрясно. Вот это пилотаж. Тебе стоит познакомиться с моим сообщником Эмметом. Загляни в бар. Мы точно возьмем тебя в оборот. Я Эммет. А ты, наверное, новый талант, о котором говорила. Прикинь, есть легкий способ получить последователей. Просто нужно делать всякие крутые трюки. Например, летать под мостами, дрифтить или далеко прыгать. Чем сильнее стараешься, тем больше фанатов. Слушай, я тут кое-что намутил, и ты теперь можешь быстро переключаться между двумя любыми тачками. Ну, кто молодец? Я! Я молодец! Ты привлек своим маневром новых фанатов. Все, что ты сейчас делаешь, приводит больше народу на твою сторону. Так что ни в чем себе не отказывай. Добро пожаловать в Долину Монументов, одно из прекраснейших мест страны. Здесь ты можешь превзойти себя или открыть себе, кто ты есть. Thank you.
осторожничаешь. Больше риска. Летай ближе к земле. Ты не обязан так делать. Она просто испытывает тебя. Да, так и надо делать. Рисковать. Я могу несколько минут пролететь вверх тормашками на бреющем полете. Может, однажды и ты сможешь. Кто знает. Лучше всего сказать так. У нас отменные пилоты, но иногда они ведут себя как сопляки, которым то и дело хочется устроить вечеринку в семинарии. Ладно, Ворчун рассказал тебе свою версию, а я расскажу свою. Мы делаем то, что ты раньше никогда не видел, потому что нам весело. Нам дали самолет, мы покажем на нем нечто фантастическое.
Тебе нужно понять, насколько София хороший пилот. Она установила кучу рекордов, и этот один из них. Может, и не самый значительный, но это важно. Это то, на что тебе нужно равняться. Three, two, one. Тебе предстоит выполнить несколько трюков. Закончишь с одним списком, получишь другой. Предстоит выполнить несколько трюков. Закончишь с одним списком, получишь другой. Thank you.
Three, two, one. Тебе предстоит выполнить несколько трюков. Закончишь с одним списком, получишь другой. Со списком покончено. Твой выход. По завершении списка будет время для фристайла. Покажи себя. Мастерство и импровизация. Вот ключ к успеху. Пришло время для фристайла. Задай свою тему.